Всем доброго дня. Хочу сделать обзор теплицы. Новую поставил. Сейчас пойдем посмотрим, какая тепличка. Новый, кстати, у меня стаб на камере. Так что, если что, не судите. Пока научусь ним пользоваться. Вот такая тепличка «Казачок» у нас на обзоре. Собирается она в течение получаса. Доски положил, отцентровал. Все, уровень кинул. Отбил горизонты. Все, теплицу поставил. Порядок. Прибил гвоздями. Все ставится легко, просто, быстро. Двери такие. Обалденные все. Оцинкованные профиля 25-е. И вот так вот. Тут у меня была грядочка теплая. Она как теплая грядочка, не теплая. Ну, сделано так. А тут еще две поставлю. Грядочки. Телефон перебил. Эти грядочки уже зарекомендовали себя хорошо. В той теплице сейчас покажу. Там тоже переделка. Тут еще две. Одна грядочка посередине. И одна с краю. Будет капельный полив. Все. В общем, так вот. Еще двери не поставил. Ну как, двери стоят, а защелки и вырезать надо по краям. Ну такая вот. Очень удобная. Хорошая тепличка. Сейчас пойдем в ту. Я там немного перейдем в эту теплицу. Тут у меня садок посадил маленький, колоновидный. Вот такая вот переделка у меня произошла этой теплицы. Добавил вот еще 2 метра на нее. Так как до соседей было 3 метра, думаю, межи оставлю метр, а тут добавлю. Собака моя. Иди сюда, иди. Панелька. Сидеть. Умная собачка. Так, теплицу. Также все. Вот грядочки. Чем они зарекомендовали себя? Тем, что земля была, ну как грядки, мне понравились. Вот, знаете, засыпано все травой сухой с прошлого года. Здесь убрали траву. И вот какая теперь получилась земля. Вот это листья нагорнули. Земля просто супер. Ее не пахали, тут ничего. Мягенькая, изумительная. Вот так вот. Сейчас грядочки эти доделаю. Сегодня дождь просто идет. Там можно в теплице работать, в принципе. Можно и доделать сейчас будет. Капельный полив раскину, потому что уже вот у меня посажена, повсходила редиска. Там уже капуста. Дальше вот где-то тут. Капуста уже. Да, вот капуста. И где-то горох был уже. Посходил. О, был горох, я уже не вижу его. А, вот он. Ставим, чтоб не мешал горох. Все, да, так засыпано листвой, конечно. Из-за того, что земля очень мягкая. Очень, повторюсь. Переделаем плиточку, доложим туда. У меня плитка в теплице. Ну ничего, пойдем. Ну вот так вот. Теплица «Казачок». Профиля. Вот она уже стояла у меня год. Изменений вообще нет. Чуть-чуть потемнел поликарбонат. Здесь светлее, здесь чуть-чуть темнее. Ну может из-за того, что сеткой накрывали. Это москитная, не москитная, это от солнца. Вот так вот все устраивает меня в этой теплице. Стабилизатор тоже, кстати, устраивает. Вот, я ним кручу-верчу, он горизонт отбивает. Собака, ты мне помогаешь.